что ж, добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые господа. Мы все прекрасно знаем, по какому поводу мы все сегодня здесь собрались на дне рождения у нашего Джасура. Но в первую очередь хочу спеть первую песню для вашего отца, для Салимбая. Салам, родной Узбекистан. Хочу поздравить нашего родного Салимбая с вручением Нобелевской премии. Пожелать самое главное крепкого здоровья. И в первую очередь очень приятно, что здесь нахожусь, на этой великолепной даче. Я от себя хочу поздравить вас, спеть замечательную песню, которая так и называется «Салам, родной Узбекистан». И также для всех присутствующих замечательных музыкальных подарок в честь дня рождения нашего уважаемого Джасура. Салам, салам, родной Узбекистан, я шлю привет. Хочу поблагодарить моего приятеля Михаила Зуева за предоставленную возможность. Огромное спасибо. Салам, салам, родной Узбекистан, я шлю привет. Салам, салам, храни тебя, Аллах, от разных бед. Пусть очень далеко остался мой Ташкент, но сердцем и душой я все-таки с тобой. Салам, салам, родной Узбекистан, я шлю привет. Салам алейкум, мои хорошие друзья. Салам алейкум, салам алейкум, ауки шлаги махаля. Еще раз всем салам алейкум.